Ребята, я вас вновь приветствую. У меня была небольшая передышка. Вот записываю еще один видеоролик. Спасибо вам, что пишете мне на электронную почту, которую вы сейчас видите на экранах своих. И пишите, конечно же, с просьбами снять определенные видеоуроки или какие-либо объяснения по использованию того или иного сервиса, по продвижению или тому подобного характера. И в последнее время очень много запросов идет по поводу заработка в интернете. Кстати, я не зря нахожусь на сайте Mirafox. Я говорил, что буду потихонечку вам рассказывать про сервисы их, которые вы сейчас видите. В предыдущем уроке по Mirafox вы видели, я вам предоставлял видео по... Кстати, вот сейчас вот в правом верхнем углу вы видите, выплыла подсказочка. Она как раз вас приведет на видео, где рассказывается по поводу закупок ссылок для вашего продвигаемого сайта. Сегодня у нас не пойдет тема по поводу продвижения какого-либо. И, как я ранее сказал, тема сегодня по поводу заработка. Заработка в интернете. И сегодня нам Mirafox предоставил такую возможность. А спустившись чуть-чуть ниже, мы видим здесь такой сервис, как Quark. Перейдя на него, я, правда, здесь авторизован, вы видите, что у меня сейчас 0 рублей. Я вывел недавно свои денежки отсюда. А теперь давайте поговорим по поводу того, чем занимается сегодня Quark, что это за сервис и для кого он. Ну, естественно, вы уже наверняка прочли верхнюю строчку «Фриланс нового поколения. Все за 500 рублей». Очень много клиентов клюют на то, что на этом сайте продается все по 500 рублей. И, естественно, достаточно много заявок бывает. Вот, если даже посмотрите по статистике сайта, последний заказ был совершен 12 секунд назад. Онлайн-пользователи 680 человек на данный момент находятся на сайте. Я в этом сервисе зарегистрирован уже год с лишним, и за промежуток неактивного пользования, то есть предоставления услуг своих на этом сайте, я заработал в районе 60 тысяч рублей. Я не скажу, конечно, что это большие деньги, но, как я ранее сказал, неактивного пользования. То есть я здесь не такой частый гость, но заработок отсюда я какой-то получаю. Давайте вам расскажу немножко поподробнее об этом сервисе. Данный сервис предоставляет возможность как фрилансерам, так и покупателям. Фрилансер зарабатывает, покупатели здесь получают какие-либо услуги за, считайте, за гроши. Дело в том, что вы можете предоставить свои услуги дороже, чем 500 рублей, которые как бы заявлены в этом сервисе. То есть ваша услуга может стоить и 500 рублей, но вы должны указать, что именно будет стоить 500 рублей, а что будет стоить 1000, 2, а то 20 тысяч. Если вы занимаетесь, допустим, накруткой подписчиков в Instagram, то вы, допустим, говорите, за 500 рублей я могу вам накрутить 1000 человек, за 2000 я вам могу накрутить 3000 человек, за 5000 рублей я могу вам накрутить, допустим, там, ну, допустим, 10 тысяч человек, а за 10 тысяч рублей я вам могу накрутить пользователей, которые будут с вашего региона. То есть вы начинаете торговаться. Пройдя в раздел «Мои кворки», то есть «Мои услуги», вы у меня увидите, что я предоставляю такие услуги, как проведение аудита вашего сайта, премиум шаблоны для Joomla от разработчика JoomlaArt. И так далее, так далее, так далее. Здесь есть очень много самых ходовых услуг, которые я предоставляю. В том числе дизайнерские услуги, настройка контекстной рекламы и увеличение дохода с рекламы AdSense. Вы видите, что это один из самых моих прибыльных курсов, который мне принес 16400 рублей. Как вы можете на этом сайте зарегистрироваться? В описании под этим видео вы увидите ссылочку, пройдя по которой вы получите возможность зарегистрироваться на данном сайте. После чего вы можете путем добавления, нажав на кнопочку Quark плюсиком, которая здесь зелененькая сверху, вы сможете добавить какой-либо Quark, то есть название 70 символов максимум, категория, то есть вы выбираете, допустим, если у нас идет SEO трафик, у нас выпадет еще, допустим, подпункт этой категории. Здесь вы выбираете, допустим, семантическое ядро,
Далее вы описываете свои услуги, спускаетесь чуть-чуть ниже, добавляете теги, по которым вас будет проще найти, нажимаете кнопочку «Продолжить». Здесь вы уже будете стоимость и опции. Опции — это как раз то, что позволяет увеличить цену к вашему кворку. То есть вы обязательно должны указать какую-либо услугу, которая может стоить 500 рублей. Ну, она может быть самой минимальной, но при этом, как я сказал, опции вам позволят указать более большие цены по вашим услугам, но по предоставлению определенного количества услуг или же качества услуг. Далее изображение и инструкция для покупателя, что он должен будет вам предоставить. Давайте попробуем пройти в один из моих кворков и попробуем типа его отредактировать. Здесь вы видите, как я его настроил. Проведу аудит вашего сайта. Это заголовок. Далее категория SEO и трафик, аудит и консультация. Ниже я прописал все виды услуг по этому кворку, что человек получит. Далее теги, ниже я спустился, стоимость и опции, срок выполнения 1 день, объем услуг в 1 кворк, детальный отчет с рекомендациями, то есть то, что я могу предоставить за эту сумму. Стоимость одного кворка 400 рублей. Почему 400 рублей? Объясню. Потому что сама система кворк, сервис данный, они взимают с вас определенный процент. Вы работаете, они вам предоставляют, так сказать, клиентов, они приманивают на этот сайт путем контекстных реклам в социальных сетях, в Яндексе, в Директе, неважно. И за это все-таки они с вас, конечно, будут что-то иметь. То есть кворк стоит 500 рублей, покупатель платит 500, вам достается 400 рублей. 100 рублей берет себе сервис под названием кворк. Ну, это небольшие, конечно, взносы, это всего ничего, считайте, но зато заработок здесь достаточно будет хороший, если вы можете предоставить свои услуги. Далее я указал изображение, которое будет отображаться в корках, тут написано аудит сайта. Чуть ниже спускаемся, я указал инструкцию для покупателя. После чего нажал кнопочку «Сохранить» и смотрите, получается что-то вроде вот такого кворка. То есть та картинка, заголовок и так далее, пошло-пошло. Все снизу, цена. В общем, все так классно, все удобно. Деньги выводятся в течение 3 дней. Ну вот все мои деньги, которые я выводил, тут 15. А, кстати, деньги, которые выводил, вы видите в минус. Минус – это вывод денег с этого счета, а все остальное, что у нас идет, это у нас прибыль. Ну, здесь 15 страниц, я вам не буду все показывать. Какие-то кворки дешевые получаются, какие-то кворки имеют более у меня большую сумму. Вот, но ценами я не загибаю, и потому у меня постоянно есть клиенты. Вывод можно произвести на один из удобных для вас вариантов, это или Kiwi, банковская карта, или WebMoney. Как по мне, Kiwi самые адекватные, потому что все-таки комиссия при выводе составляет 2,7%. Если банковская карта, тут уже идут 4,5%. На WebMoney идет 3%. То есть самый удобный и самый выгодный — это Kiwi. В течение 2-3 дня и ваши деньги на вашем счету Kiwi. Один из моих знакомых, недавно обратившись ко мне с просьбой помочь ему заработать дома, получил от меня, конечно же, совет зарегистрироваться на сайте Kvork, предоставить какие-либо свои услуги и потихонечку начинать зарабатывать. В день ко мне обращается не менее 3 человек. 3 человека – это получается 1200 рублей. Чистыми. Ну и, конечно, минус процент при выводе средств. В итоге получается, что я в день имею, грубо говоря, 1000 рублей. 1000 рублей, я считаю, это достаточно хорошая зарплата при том, что вы работаете на этом сервисе. И к вам клиентов постоянно прибавляется и прибавляется. Пройдя на один из кворков, вы видите внизу есть отзывы. Эти же отзывы, конечно, играют огромную роль при том, когда человек хочет у вас что-то заказать. Заказав что-то человек, после того, как он с вами расплатится, он имеет возможность оставить комментарий. Комментарии оставляет, я еще раз повторю, только те, кто у вас покупал услуги. Конечно, комментарии могут и отрицательными быть, и, естественно, положительными. В основном, конечно же, это будут положительные, если вы
профи в своем деле. Так вот, вернемся к моему товарищу, который попросил помочь ему с заработком в интернете. Он сказал: я мало что умею из того, что здесь востребовано. Я ему уже сказал следующее: после того, как ты зарегистрируешься, продублируй мои кворки. И если у тебя появится клиент, я выполню данное задание и, грубо говоря, поделюсь с тобой процентом от прибыли. То есть ты мне клиента, я тебе часть прибыли от заработанных денег. Так что, ребят, если вы даже что-то и не умеете, пройдите регистрацию, ссылочку вы увидите внизу под этим видео в описании, дублируйте мои кворки, ссылки на кворки я оставлю внизу, желательно, конечно, картинки использовать свои, текст, услуги можете использовать мои. Появятся у вас клиенты, обращайтесь, выполним с вами задание, где-то вам подскажу, возможно, вы что-то и сами умеете, но из того списка, который я предоставлю вам, своих услуг, если вы не можете этого исполнить, исполню я. И вам, естественно, будет с этого прибыль. Ребят, если вам было видео интересным, обязательно подпишитесь на канал, поставьте под этим видео палец вверх, прокомментируйте, задавайте вопросы, пишите мне на электронную почту и, конечно же, следите за обновлением моего канала. А сейчас всем пока! Love you.